Правом голоса сегодня воспользовались люди разных политических взглядов, возрастов и сфер деятельности. В стороне не остались и именитые спортсмены Якутии. Продолжит тему Власий Сергеев. Победитель чемпионата мира и абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу, президент Республиканской федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга Александр Гренадеров, несмотря на загруженный рабочий график, нашел время для того, чтобы приехать в избирательный участок и заполнить бюллетени. Я считаю, что каждый гражданин должен голосовать. Там, несмотря на какие факторы, кому-то лень, кому-то еще что-то, неохота, но каждый гражданин России должен прийти и выполнить свой гражданский долг и проголосовать. Со всей ответственностью к голосованию подошел и другой известный якутский спортсмен. Вратарь мини-футбольного клуба «Заря» Никита Евтушенко сегодня утром прилетел из Санкт-Петербурга, где его команда провела две выездные игры против команды «Политех». Прилетел утром рано. Мне сразу же позвонила бабушка, спросила, как долетел, и говорит, сегодня выборы, чтобы обязательно сходил. Но это большая ответственность в первую очередь, и каждый гражданин нашей страны должен проголосовать. Оба спортсмена убеждены в том, что участие в голосовании является долгом каждого гражданина. Власий Сергеев, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.